Всем привет! С вами Настя. Прогноз погоды на выходные прямо сейчас. В пятницу синоптики обещают солнечную погоду. Днем 0 градусов, ночью минус 4. Суббота будет ветреная. Будьте аккуратны, прихватите пару кирпичей. Днем плюс 5, ночью минус 1. В воскресенье синоптики обещают днем плюс 3, ночью минус 2 градуса. Малооблачно. Сегодня Международный день образования. С праздником вас, студенты и школьники! Напишите мне в комментарии, а вы списываете преподавательный вид? Обещаю! Новый год уже наступил, праздники закончились. Пора браться за работу. Заходи на наш сайт, специальный раздел «Каждый день новые вакансии от лучших работодателей Ростова». Еще проще следить за обновлениями в нашем инстаграме. Подписывайтесь, ссылка в тексте. И всем хороших выходных, не скучайте. Пока-пока.